В Україні хочуть легалізувати носіння вогнепальної зброї. Відповідний проєкт закону у Верховній Раді депутати зареєстрували ще 2 роки тому. Справа щодо його прийняття на сьогоднішній день просувається повільно. Проте питання не втрачає актуальності та періодично виникає в інформаційному просторі. Так, українці поділилися на 2 табори. Одні підтримують легалізацію, як єдиний шлях зупинити попит на нелегальну зброю. Інші бояться, що такий крок призведе до зростання злочинності. Проте, як сприймають цю ідею у Дніпрі, дізнавалася Ольга Добаріна. Короткоствольна вогнепальна зброя в Україні заборонена законодавством. Повнолітні українці мають право лише на певні категорії зброї – мисливську, холодно-мисливську, газову, травматичну та духову. Кількість одиниць, що може мати громадянин, не обмежена. Головне, аби власник отримав дозвіл на володіння. Гражданин, який з'явив бажання приобрести оружие, він звертається в територіальний орган поліції з відповідним заявленням і к нему додає медсправку об отсутствии противопоказаний, справку об отсутствии судимости, также проходит обязательный курс обучения с оружием и предоставляет соответствующую справочку, также проплачивает квитанцию, оформляет страховой полис ответственности третьих лиц, платит госпошлину. Ну и немаловажный фактор – это он должен по месту жительства установить сейф для хранения последующим приобретенного оружия. Близько 60 тисяч громадян Дніпропетровщини мають дозвіл на володіння зброєю. Втім, на думку правоохоронців, сьогодні наше суспільство не готове до легалізації вогнепалу. В умовах нестабільності в соціумі та через низький рівень правової культури такий крок може призвести до трагічних наслідків. В сьогоднішній ситуації, в якій знаходиться наше государство, де люди чрезмірно вспильчиві, зараз нервні в зв'язку з тою чи іншою ситуацією, тем, что у нас проходит АТО, поэтому люди еще не готовы к этому. Цю позицію частково підтримує і психолог Еліна Тиха. На її думку, через війну на Сході рівень тривоги у суспільстві занадто високий. А там, де є тривога, завжди є і агресія, що у свою чергу може спричинити використання зброї не за призначенням. Але доводи за легалізацію, на думку психолога, все ж переважують. Все равно из зоны антитеррористической операции его везут. И все равно оно есть у населения. И лучше понимать тех, у кого оно есть, чем сейчас, как государство не может контролировать, да, людей, у которых оружие находится. Поэтому вот этот аргумент, я считаю, последний, он за то, чтобы все-таки легализовывать. Мне кажется, просто нужно, если легализовывать, то проводить активную разъяснительную работу и психооздоровительную работу среди населения. Ми запитали у перехожих, як вони ставляться до легалізації вогнепальної зброї. Думки дніпрян поділилися навпіл. Я думаю, що його взагалі не потрібно продавати. Я відношусь до цього плохо, тому що люди стануть защищаться ненормальными методами, это приведет к какому-то, я не знаю, к чему-то плохому приведет, я думаю. Оружия и так много нелегального на улицах, хотя если его легализировать, то это ни к чему хорошему не приведет. Беспредел будет законным. Чтобы нас не грабили, наших жен, наших детей. Мы за это переживаем. Моим девушкам опасно ходить ночью? Относимся нормально к легализации. Якщо буде якась нагода, якщо ворог сюди зійде, чим? Лопатами відмахуватися? Якщо вдруг так розібратися, якщо вдруг вломиться в мою оселю, мій дім, там, преступник, мені чекати поліцію? У мене не буде часу. Нагадаємо, що законопроект про цивільну зброю і боєприпаси, що має на меті легалізувати придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї, перебуває на опрацюванні комітетів Верховної Ради вже 2-й рік поспіль. Ольга Добаріна, Тарас Іванов, Максим Будріченко. Новини 9-го каналу. І на продовження цієї теми говоритиму із гостем 9-го каналу. Це людина з активною життєвою позицією, ветеран АТО, юрист за фахом і відомий у нашому регіоні правозахисник Едмонд Саакян. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, ми вместе з вами посмотрели сюжет. У мене, як у юриста, теж двоякое отношение к этому матеріалу. Но мне бы хотелось услышать именно специалиста. Я скажу своє мнение. Во-первых,
некорректно говорить о легализации оружия, потому что огнестрельное оружие вполне легально уже сегодня в Украине. Вполне легально граждане Украины могут свободно купить как нарезное, как гладкоствольное, как газовое, так и травматическое. Ну, травматическое с определенными ограничениями, а нарезное, гладкоствольное без всяких проблем. Вопрос стоит в чем? Вопрос у нас вокруг короткоствольного оружия, дебаты. Короткоствольное оружие — это пистолеты и револьверы, значит. Стоит вопрос, разрешать ли гражданам скрытое или открытое ношение короткоствольного огнестрельного оружия, то есть пистолетов или револьверов. Ну, смотрите, тема действительно очень такая щепетильная, очень скользкая. И любое, подчеркиваю, любое решение, как запретить, как и разрешить ношение гражданам короткоствольного оружия, понесет за собой определенные, скажем так, как имиджевые, так и материальные фактически потери. На сегодняшний день мы понимаем, государство не в состоянии защитить ни себя от террористов, ни граждан от преступников. Оно хочет, но оно не способно. Оно физически не способно. Даже количество сотрудников милиции меньше необходимого. И если мы 2 года назад, когда формировалась полиция, радовались, что они приезжают за считанные минуты на вызов, то сейчас, заметьте, достаточно часто, когда ждут час, два, три выезда полиции. Логично было бы предположить, что если государство не может защитить своих граждан, делегировать часть полномочий государства гражданам для того, чтобы они могли сами себя защищать. Да, с одной стороны, звучит правильно. С другой стороны, мое мнение, если сразу всем разрешить короткоствольное оружие, не совсем правильный будет конечный результат. Конечный результат. Мы сегодня понимаем, что в стране действительно война. В стране действительно очень много людей, у которых нервы на пределе. Как с одной стороны, как с другой стороны. На мой взгляд, выход был бы постепенно разрешать это короткоствольное оружие. То есть первым этапом разрешить короткоствольное оружие тем людям, которые априори на стороне закона. Ну, допустим, почему сотрудник милиции не имеет права купить себе пистолет? Помните, как в ликвидации команда Жукова была, офицеры, уходящие домой, не сдавали табельное оружие, да, вот в качестве примера. Почему? Одно время в Украине было, что всем сотрудникам милиции на постоянное ношение выдавали оружие. Потом как бы обострилась, ну, успокоилась ситуация. И сейчас вот пришел на работу сотрудник милиции, получил оружие, ушел с работы, забрали у него оружие. Ну, вот, допустим, недавний случай в Кировограде, когда 4 грабили прохожих, позвонил он командиру роты, прохожий, знакомый его командир роты рядом. Тот вызвал полицию, но и сам, как сотрудник полиции, выскочил на улицу помочь. В итоге он получил, да, он получил нож в спину. А если бы у него было с собой пистолет, я бы сомневаюсь, чтобы его ударили бы ножом. То есть почему мы хотя бы сотрудникам милиции, судьям, прокурорам, налоговикам, адвокатам, журналистам, то есть людям, которые априори на стороне закона, давайте дадим им, разрешим приобрести оружие, годик понаблюдаем, какая ситуация, и пойдем тогда следующим шагом, еще кому-то разрешим оружие. Это будет, как бы, ну, я считаю, правильно. Если говорить о европейской модели, какая, ну, вот, страна, на ваш взгляд, очень здорово применила это направление? То есть вот есть примеры. Ну, Швейцария, пожалуйста. Швейцария. Ну, далеко ходить не надо. Швейцария меньше Днепропетровской области, а если... Швейцария, которая меньше Днепропетровской области, чтобы вы понимали, за 2 часа ставит под ружье 330 тысяч армию, а за сутки ставит 2,5 миллиона армию. Армию полностью вооруженную, обмундированную и на технике. Ну, это, наверное, вопрос в ментальности. А мы сейчас с вами говорим в том числе о славянской ментальности. Потому что любой вопрос в том Поверьте числе... мне, нету такого понятия, как славянская ментальность или там швейцарская ментальность или все. Ну, давайте статистику посмотрим. С легального оружия совершаются, ну, по пальцам можно посчитать преступления. Правильно, согласен. Почему мы... каждый год теряем в ДТП людей намного больше, чем теряем людей на войне. И нас это не беспокоит.
А 5-6 преступлений с легальным оружием, на которые увеличится это, нас это беспокоит. Ну, общество должно платить за каждый свой шаг. За каждый. Если мы раньше с Киева, с Днепропетровска в Киев добирались месяц на лошадях, а сейчас доезжаем за 4 часа на машине, то мы за это платим 3000 жизней человеческих в год. И молчим, и платим, и каждый год платим. А зачем тогда за право защитить себя и свою семью мы не можем заплатить 5-6 этими жизнями, которые, ну, а ты никуда от этого не денешься. В 40-миллионной стране все равно будет несколько преступлений с легальным оружием. Но основная масса преступлений совершается с оружием нелегальным. Но нету идиотов, если он человек приобрел оружие, он не идет его в преступление. Кстати, ну вот в добавлении к вашим словам хочу сказать, что люди, которые имеют легализированное огнестрельное оружие, зачастую помогают задержать преступников. Если мы говорим во всех странах это... о примере, где 26 человек расстрелял в Соединенных Штатах, то гражданин Америки, который имел... Во всех странах, и более того, у нас как-то министр МВД сказал, что он хочет, чтобы сотрудник полиции был 24 часа в сутки на работе. Так изволь ему дать оружие эти 24 часа в сутки. Мы же все люди нормальные, и мы понимаем, если сотрудник полиции идет и видит, как 10 человек грабят одного, и не имея в кармане пистолета, он же не вмешается в это, потому что это самоубийством будет называться. То есть, если ты хочешь, как министр МВД, чтобы твои сотрудники были 24 часа в сутки, выдай им на постоянное ношение оружие. Или разреши приобретать личное оружие. Но основное, почему боятся давать сотрудникам полиции оружие на постоянное ношение? Бывают случаи, выпьют, там воздух стреляют, в ресторане дебоширят, начинают махать пистолетом, сразу там оргвыводы по начальнику, и каждый начальник перестраховывается. Проще забрать оружие, и пусть оно лежит в оружейке, потому что мало ли что может быть. Ну, а мало ли что может быть, приводит к жертвам среди мирного населения. И тут мы с вами опять вернулись к ментальности. Швейцарцы так не думают, а славянская ментальность так работает. Это не ментальность, это система. Это система, которой начальник несет ответственность за своего подчиненного, который идиот. Не надо делать такую систему. Если у начальника подчиненный совершил какое-то правонарушение, значит, мы его посадим в тюрьму и всех делов. И тогда начальник не будет бояться предпринимать какие-то шаги, какие-то инициативы, какие-то там поступки совершать. А так начальник сидит и думает, ага, Иванов напьется, задебоширит, а меня потом снимут с должности. И все. Ну, это система. Это не ментальность, это наша система, которая неправильная. Давайте поговорим о незаконном обороте оружия. Вы человек, который прошли серьезную школу и много времени провели на буремном усхиде Украины. И много сейчас звучит с экранов телевизора, что основная проблема незаконного оборота оружия – это поставки оттуда. Что скажете по этому поводу? Вот тут мы как раз возвращаемся к вопросу легализации. Вот тут уместно говорить о легализации оружия. Давайте мы смотрим так. Атошник в бою добыл трофей. Автомат, пистолет. Притащил его домой. У нас есть два варианта у государства. Либо пытаться этого атошника поймать какими-то путями. Ну, мы всех не поймаем. Несмотря на то, что каждый день СМИ полны рассказов о том, что там продавцов оружия поймали, там оружие, их всех поймать невозможно. Мы ловим буквально несколько процентов от 100%. Все остальное благополучно лежит дома. Или в черный оборот, крутится в черном обороте. В таком случае я предлагаю так. Легализуем давайте. Понятно, что гранаты мы не легализуем. Там РПГ мы не легализуем. Но автоматы, пистолеты... Пришел человек с трофейным автоматом, мы проверили, что оно ни в каком преступлении не светилось, это оружие. Отдали его специализированную фирму, его огражданили в соответствии с нормами закона, и человеку отдали обратно. И для государства это выгодно. Во-первых, оно никаких средств не тратит, за все платит человек. Во-вторых, оружие изымается из нелегального оборота. В некоторых странах выкупают, доходит до того, что государство выкупает нелегальное оружие. По ценам черного рынка. Но поскольку у нас и так денег не хватает, о выкупе смешно говорить, значит, мы говорим тогда о легализации. Пусть лучше этот человек легализует свой. И даже если этот автомат или пистолет ворованный в результате там,
нападение террористов на воинскую часть, но государство он все равно для него уже потерян, то лучше его отдать человеку и иметь контроль над этим оружием. И оно его отстреляется пулей гильзотеку, и мы знаем, что вот у человека есть это оружие, и оно отстреляно, и если оно где-то засветится, мы этого человека привлечем к ответственности. У нас пошли другим путем. Депутаты на днях внесли от 7 до 12 лет повысить ответственность за нелегальный оборот оружия. Честно говоря. Я не хочу громких слов, но у нас от 7 до 12 за убийство дают. А тут в деле, где нету потерпевшего, где нету ущерба, а просто у человека дома хранилось там 20 патронов, он должен получить от 7 до 12. Ну что за идиотизм это? Если мы хотим усилить ответственность за нелегальный оборот оружия, мы должны другим путем идти. Совершил человек убийство с применением незаконного оружия. Вот он получает 12 лет за убийство и 7 лет за то, что незаконным оружием. Сплюсовалось 19 лет. Вот так надо идти. Совершил он грабеж, получил 8 лет и плюс 7 лет, 15 лет пошел. Вот это называется борьба с нелегальным оборотом оружия. То есть нам надо бороться не с тем оружием, что лежит дома, а с тем оружием, которое преступление совершает. Вот это будет борьба с нелегальным оборотом оружия. А с тем, что лежит дома и никому вреда не приносит, можно бороться, но, во-первых, там должны быть сроки более, ну, гуманные какие-то, потому что человек ничего не совершал, кроме того, что он там какой-то трофей притащил домой. Ну, все мы люди, у нас есть какие-то слабости. Мужик ухватил этот автомат трофейный, боюсь, считает, что это мой уже, как бы, блядь. Скажите, вот если взять и абстрагироваться... 2020 год, Украина, на ваш взгляд, к этому времени появятся какие-нибудь подвижки в законодательном уровне в вопросах легализации? Вот к... Некий господин Пашинский летом нам обещал, что в сентябре он внесет законопроект и будет принят, где определенным категориям граждан разрешат иметь короткоствольное оружие. Сентябрь кончился, октябрь кончился, ноябрь кончился. Господин Пашинский даже не извинился за то, что он обманул в очередной раз украинский народ. Поэтому я не готов пророчествовать, будет ли в 2020 году изменения. Я надеюсь, что будет, но не факт, что это будет. Ну и один из последних вопросов. У нас, я вам перебью, у нас настолько анекдотичная ситуация. То есть я могу свободно на сегодняшний день купить какой-то снайперский комплекс калибра 12,7 мм, который за 2 километра бьет. Без проблем я покупаю. Но купить Макаров за 15 метров не попадешь в человека, а я его не могу купить. Даже для защиты своей, и даже если я нуждаюсь в этой защите, а я все равно его не могу купить, как бы, потому что тут нельзя. Я хочу вам сказать спасибо за экспертную думку в этой программе и предлагаю поставить троеточие, потому что тема достаточно горячая и время от времени к ней возвращаться. Но, о ней можно много разговаривать. Но в конце не могу не спросить. В июле этого года вы сами стали... стороной пострадавшей в достаточно громком, да. В громкой стрельбе на проспекте Гагарина. На каком этапе сейчас дело? То есть кто сидит, кто не сидит? И вообще, когда материалы могут попасть в суд? Если уже есть какая-то информация. Предварительная информация у меня есть. Трое из преступников находятся в СИЗО. Дело достаточно активно расследуется. Более 200 экспертиз по делу назначено. И по моей информации, где-то в январі оно буде закончено, а в февралі його передадуть в суд. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був правозахисник Едмонд Саакян.